Новый жилищный проект готовится к запуску в Хабаровском крае. Его суть в том, чтобы дать возможность нуждающимся приобрести квартиры по цене ниже рыночной. Для этого гражданам потребуется объединиться в кооператив. Пилотный проект разрабатывается по поручению губернатора. Решить квартирный вопрос помогут жилищные кооперативы. Вступить в него смогут работники бюджетных организаций, многодетные молодые семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий или еще не имеют собственности. Таким кооперативам краевые власти будут бесплатно выделять землю под строительство многоквартирного дома. А участники кооператива смогут самостоятельно выбрать строительную компанию. Это позволит снизить стоимость жилья. За счет того, что земельный участок идет бесплатно, за счет того, что инженерная инфраструктура обеспечивается из бюджетных средств, за счет того, что привлекается технадзор в виде, предлагается привлечь технадзор в виде службы заказчика. То есть вот эти вот этапы позволят снизить минимум на 15% стоимость строительства жилья. Власти региона уже определили земельные участки под строительство двух домов. В Хабаровске рассматривается площадка в микрорайоне Ореховой Сопки, в Комсомольске – в микрорайоне Парус. Помочь объединиться в кооперативы помогут специалисты краевого Минстроя. Летом они начнут консультировать жителей по этому вопросу. По оценкам ведомства, сегодня нуждающимися в жилье признаны около 5000 молодых семей. Ксения Брониславская, Илья Васильев, телеканал «Губерния».